В 2017 году городской округ Люберцы подключили к единой системе видеонаблюдения «Безопасный регион». Она создана по решению губернатора Московской области для обеспечения общественной безопасности. Камеры работают в режиме нон-стоп и всю информацию передают в единую дежурную диспетчерскую службу. Как в Люберцах работает система «Безопасный регион», узнали мои коллеги. Ежедневно операторы принимают более 1500 звонков. Кроме вызовов экстренных оперативных служб, сюда поступает информация, записанная уличными видеокамерами, установленными по системе «Безопасный регион». Например, чтобы изучить запись камеры в случае ДТП, в ЕДДС может обратиться госавтоинспектор. Приходили и спрашивали, можете нам включить такой-то перекресток, допустим, где есть камера. Включали. Полицейский смотрел вплоть до номера машины и, естественно, находили виновника ДТП, потому что подчас по тому моменту, как стоят машины, тяжело определить, кто был виновником. В этом году округ включен в пилотный проект «Развитие подъездного видеонаблюдения». В рамках его реализации в Люберцах до 1 декабря дополнительно установят более 3000 видеокамер. Видеокамеры и контроль территории – это очень серьезный шаг в безопасности. Мы видим все, что происходит. В случае возникновения каких-то нештатных ситуаций мы оперативно на это реагируем. Самое главное, что все эти камеры заведены именно в единую систему. Всего в Люберцах к системе «Безопасный регион» подключено более 7600 видеокамер. В следующем году работа по установке камер на подъездах многоквартирных домов и в местах общего пользования будет продолжена. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.